Of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramarada Jama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravisht Om Vishnupada, Ashtotarastasi, Rupa Nugacharya Varya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свою шаштандандават пушпанджали, свое сердце подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя. Нитья лила правишты ом вишнупада, штотарашата шви, рупа нугачари вари, шилы бхакти веданты нарайны госвами махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my param gurudev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам лотосных стоп моего парам гурудева, шилы брабхупады и всей лучезарной Шри Рупа Нуги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to assembled Vaishnavas and Vaishnavis. В завершение я кланяюсь всем Вайшнавам и Вайшнаве. Там Бхавани Вайшнави был. Шрила Гурудев ки. Гуру Мата ки. Спасибо.
In Bhagavad Gita, Sri Krishna gives his final instruction to Arjuna. В Бхагавад Гите Шри Кришна дает завершающее наставление Арджуне. After explaining Karma Yoga, Gyana Yoga, Dhyana Yoga. Успев объяснить ему уже карма, гьяну и дьяна йогу, and coming to Bhakti Yoga, и приближаясь к теме Бхакти йоги, Sri Krishna tells Arjuna, Sarva dharman parityajya mamekam sharanam braja, aham tam sarva bhavebhyo mokshayishami vasuchah. Hey Arjuna, abandon all varieties of dharma. Кришна говорит Арджуне, забрось, оставь все виды дхармы, Арджуна. And just surrender completely to me. Просто полностью предайся мне. I will protect you from all pap, all sinful activities, all karmic reactions. Do not fear. Do not lament. Не страшись, я уберегу тебя от всех кармических реакций, от всего папа. Тебе нет причин для беспокойства совсем. So this instruction is very astonishing. Это наставление удивительное. Because in Vedic culture, all pious people, they try to follow dharma, religious principles. Потому что в контексте ведической культуры все благочестивые люди тщательно стараются следовать дхарме, предписанным религиозным обязанностям. But Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is saying, "Sarva dharmam parityajya." Leave all dharmas. Как странно, что Верховная Личность Господа Шри Кришна дает такое наставление, оставь все виды дхармы. That means, don't be involved in the deha dharma and mano dharma. The dharma is related to the body and the mind. То есть забудь о всех предписаниях вот этой дхармах, связанных с телом и умом, деха и манас дхарма. But rather, take up the atma dharma. Наконец-то займись атма-дхармой. The true activities of the soul. Обрати внимание на природу души, на истинные потребности души. What is dharma? Что такое дхарма? Every living entity in this world is searching for happiness and for peace. Все живые существа в этом мире находятся в постоянном поиске спокойствия и счастья. But no one can acquire for themselves any permanent security or happiness. Все хотят одного и того же, но никто не может обеспечить себе вот это стабильное состояние спокойствия и радости, счастья. Because all the jivas are in a state of avidya, ignorance. Потому что все живые существа находятся в состоянии невежества. And so they are moving in accordance with their karmas, in the samsara chakra, the cycle of birth and death. И все перемещаются в этом круговороте рождения и смерти в самсара чакре. So, в соответствии со своей кармой. The Vedic rishis, they presented, they manifested a system to gradually help the jivas overcome gradually their avidya. Ведические мудрецы разработали систему того, как джива может постепенно вызволиться из цикла самсары, перерождения. The Vedas present, first of all, superficially, from the initial examination, four purusharthas, or the pursuit of the four objectives of life. Если поверхностно посмотреть на Веды, то можно определить, что существует четыре цели жизни, четыре пурушархи. The living entities have calm, material desires. Живые существа все преисполнены материальных желаний. Calm. How strong is avidya vritti acting upon us? That is how strong our desires and attachments are. Чем сильнее. If avidya becomes less, our desires and attachments become less. If avidya becomes more, our attachments and desires also increase. Чем сильнее авидья, под которой мы на под влиянием, в котором мы находимся, тем сильнее будут наши привязанности и желания. А чем слабее вот это влияние авидьи, тем меньше у нас, чем слабее будут наши привязанности и желания, с ними легче расставаться. So the living entities, they have calm desires, and these are first and foremost for the necessities of life, because to survive we need food and shelter.
То есть вообще горит вот этот огонь камы, желаний и, конечно же, в первую очередь это насущные потребности. Одежда, еда, кровь. And when we manage to accumulate food and shelter and clothing, then on top of that, we have extra desires. Как только мы обеспечили себе вот это и еду, одежду, и кровь, то появляются дополнительные. Necessary and unnecessary. То есть у нас были необходимые потребности, но появляются уже дополнительные тоже желания, которые не являются абсолютно необходимыми. But whether the desires are for bodily necessities or unnecessary, to acquire all of these things, we need artha, that is some money, some wealth. Ну, насколько бы необходимыми ни были все эти потребности, может они и не такие уже потребности, а просто хотелки, все равно необходимы деньги на то, чтобы исполнить все свои желания, то есть нужна артха. One person cannot produce all the commodities that he needs. То есть сами... He cannot make his own shoes, his own house, his own... То есть нынешние люди уже не умеют создавать все необходимые предметы своего обихода. То есть каждый не может сам себя обуть, одеть, уже там все себя построить, вырастить свою еду, прокормить. Необходимо это покупать у кого-то. So there'll have to be some commerce going on, and for that someone needs artha, that is wealth. То есть существует система коммерции, для этого необходим какой-то медиум обмена, то есть артха нужна, деньги. Now, while the living entities are searching for their karma and their artha, they will impede each other's pursuit of karma and artha. So to stop them from impeding each other's activities and make them all work together in harmony, there is something called dharma. И так как в поиске камы, исполнении своих желаний, своих потребностей и даже пытаясь заработать на то, чтобы исполнить свои желания, живые существа необратимо начинают конкурировать друг с другом за ограниченные ресурсы. Потому что каждый старается под себя что-то подтянуть. И чтобы избежать вот этой жесткой конкуренции, риши изобрели вот эту систему дхармы. So in Varnashram Dharma, everyone has particular duties to perform as parts of the social body, so each person can fulfill dharma, will fulfill their artha, and with that they can fulfill their karma, kama, desires. But actually from all this no one becomes fully satisfied. So the last arrangement, the fourth purushartha, is moksha, liberation. То есть, чтобы наделить вот этот поиск людей какой-то осмысленностью, выдать какие-то рамки безопасности их конкуренции, была создана система дармы, где все обязанности каждого, с каждой касты, каждого там слоя, социального слоя были расписаны подробно, что каждый знал, что входит в его прямые обязанности там, в семье, в обществе и так далее. Но все же это не исполняет, не удовлетворяет человека полностью, поэтому была выдвинута четвертая пурушартха, это мокша. So within Varnashram Dharma, there is the life cycle, whereby as a person gets older and realizes the futility of worldly activities, they become retired, vanaprastha, and some may also become fully renounced, sannyas. То есть, so that arrangement is there gradually. В контексте системы Варнашрама Дхармы существует такое понимание естественной мудрости, то есть с возрастом человек понимает, насколько все бренно, тленно, и достигает уровня, где он уже хочет оставить всю эту социальную активность и кармическую деятельность, и он подступает, уходит в духовную жизнь, ванапрасты, некоторые могут принять уже монашеский обет жизни и стать полностью отшельниками. Mm-hmm. The complete cessation of all the sufferings of material existence is mukti. People think in this way. But there's no positive happiness. If you only get rid of the suffering of material existence and have impersonal liberation, you don't gain anything positive. Большинство людей представляют себе мукти как прекращение, освобождение от всех страданий, но они не видят ничего положительного, то есть прекращение страданий – это негация. А где же положительный какой-то момент? Там нет ничего, то есть ты только избавился от страданий. А где плюсы? So Srimad Bhagavatam says, Dharmaha padita kaita utra paramoniyam atsaranam satam vedyam vastavam atravastu shivadam dapatrayun mulam
Sarvanam Srimad Bhagavate Mahamune Krite Kimba Padarishwarah Satyoritya Vrutate Yatra Kritibhi Susubru Subhistachanat Dharma Prodita Kaitava. This Srimad Bhagavatam kicks out all cheating dharma. Srimad Bhagavatam отбрасывает всю, весь обман, всю обманчивую дхарму. Why are these four Purusharthas, Dharma, Artha, Kama and Moksha, all considered the Kaitava Dharma, cheating? Почему вот это и Кама, Артха, Дхарма и Мокша считаются обманом? Because they're all various types of Bhagavad Vimukata. Потому что это просто разновидности безразличия к Господу. They are types of indifference to God. То есть все они разные виды проявления безразличия к Богу. Where is God in this? This is all about my dharma, my artha, my karma, and my moksha. Где Бог в этой картинке? То есть I'm not doing anything for God. Мои желания, моя праведность, мое благочестие, мои деньги и мое освобождение, моя свобода от страданий. Причем тут Бог вообще? Где он фигурирует в этом? So in Gita, Sikhar said, Vairaischa sarvam aham eva vedyo. The ultimate purpose of the Vedas is only to know me. Кришна в Гите провозглашает, что истинный смысл, высший смысл Вед — это познать меня. So the Parama Purusharta, after four Purusharthas, that means objectives of life, after these four, there is the Parama Purusharta, Supreme Purusharta, or Panchama Purusharta, the fifth goal, Krishna Prem. И вот кроме вот этих четырех обычных целей жизни, существует парам, высшая цель жизни, или панч пуруш артха, которая является Кришна према, любовью к Богу. How to attain love for Krishna? This is the Bhagavad Dharma. То есть вот эта задача. Supreme Dharma. Bhagavad Dharma, как развить любовь к Богу. You know that once Dharmaraj, the devata, presiding deity of Dharma, took the form of a crane and asked some questions to Yudhishthira Maharaj. And he asked him, what is the path? Однажды, what is the best path in life? Dharmaraj, Бог Дхармы, он принял облик аиста и стал, или журавля, и стал задавать вопросы Yudhishthira Maharaju. Сказал, в чем заключается путь? So, see, Yudhishthira Maharaj said, Tarko upatishtat sutayo vibhinana savrishayasya matam nabhinam. Dharmasya tattvam nihitam guhayam mahajano yena gata supantaha. By logic you cannot discover the path. Царь Юдиштир сказал, с помощью логики невозможно постичь истинный путь. The Srutis, Vedic literatures, seem to prescribe different paths. Потому что в ведических писаниях описано много противоречивых путей каких-то. And the famous rishis, like a Gautam Rishi presented Nyay, Kanad Rishi presented Vaisheshik, Kapil Rishi presented the Sankhya Darshan, Patanjali presented Yoga Darshan. All the famous Rishis have a different opinion. У всех известных мудрецов разные мнения, у них разные свои философии, разные пути они предлагают. So what should we do to know the path? Как выбрать правильный путь? Dharmasya tattvam nihitam guhayam. The truth of Dharma is hidden in the heart of the Mahajans. Истина Дхармы скрыта в сердцах Махаджанов. So Mahajano Yena Kata Sapanta, whatever the Mahajans, the great Vaishnavas, how they have lived and how they have instructed, we should follow that. То есть истина известна просветленным личностям, возвышенным Вайшнавам, поэтому следует просто следовать их примеру. Вот как они живут, как они мыслят, какие идеи они выражают, просто придерживаться вот этого образа мышления и жизни. It's very difficult for the common person to ascertain in any particular situation what is the dharma. Столько разных ситуаций, с которыми обычный человек сталкивается, очень трудно прийти к выводу, что является правильным выбором в любой ситуации. One devotee, he's not here, my Tarun Krishna Haribo. I know you're watching. Tarun Krishna, который вас с нами. He asked me a question. He said that, did Arjun go against dharma by breaking his vow of brahmacharya? И Tarun Krishna из Астрахани, он написал вопрос, он сказал, не нарушил ли Арджуна
дарму, нарушив свой обет брамачари, целибата. And because, you know, once the Arjun, he took a vow to follow brahmacharya, to be a brahmachari for 12 years. Однажды, в связи с определенными обстоятельствами, Арджуна поклялся, что в течение 12 лет он будет соблюдать целибат. And go to the forest. И уйдет жить в лес, как отшельник. But while he was in the forest, но оказавшись в лесу, he met Ulupi and married her and had a son named Irava. Он встретился с Улупи, женился на ней, и у них родился ребенок. Then later he met another woman named Chitrangad and married her and had another son. А потом повстречал еще одну девушку, царевну Читрангад, и женился на ней, она тоже родила ему сына. And then later he married Subhadra. А позже он... And it was still all within the 12 years. А позже он женился на Субхадре. И все это он уложился в эти 12 лет целибата. То есть вот как это понять? Some people are confused. I thought that Arjuna was expert and always truthful and always following dharma. То есть для многих это трудно переварить. Подождите, Арджуна, он такой примерный вообще, друг Кришны, он знаток дармы и праведности поведения, все хорошо. Что тут происходит? So this challenging situation, it all started. Ну как это все эти обстоятельства сложились, вот эти сложные? After Arjuna had one Draupadi in a Swayambhar bride selection ceremony. Все началось с того самого дня, когда Арджуна победил, был выбран Драупади во время Свайамвары, то есть церемонии, когда невеста выбирает жениха. He returned to his mother. Он вернулся обратно домой Kunti, к маме. Kunti was doing some work. Вернулся уже с невестой, с женой, к маме. А мама была занята работой по дому, она невнимательно стала слушать сына. He said, "Oh, mother, guess what I found?" Он сказал, мама, угадай, что я нашел. She was not paying attention. Because usually he'll go out and find something and she'll just share it with your brothers. А ей было не до него, она была занята какими-то делами. Думаю, ну какую-то добычу опять нашел, там ходит где-то, говорит, ну что ты бы не нашел, поделись с братьями. And then he said, "Oh, this is Draupadi." А тут он говорит, это Драупади, познакомься, мама. And now he could not go against the words of his mother. Ну так как мать уже сказала, поделись с братьями, чем бы что ты нашел. Because of this, Draupadi have to be married to you this day, Bhimsen, Arjun, Nakul, and Sahadev, five Pandavas. И вот такая возникла ситуация, неловко, и Драупади пришлось стать женой вот этих пятерых братьев Пандавов. So one day, Narada came to visit the Pandavas. И однажды Нарада, мудрец Нарада, пришел в гости к Пандавам. And he saw Draupadi there. И он увидел царицу Драупади. And when Draupadi had gone away at some distance. И он заметил ее там, потом, когда она куда-то удалилась. Then Narada Rishi, he said to the five Pandavas. Нарада сказал пятерым братьям. This very beautiful princess is wedded to all of you. Он сказал, эта прекрасная принцесса вышла замуж за вас всех пятерых. So now you will have to establish some rule and regulation so that there doesn't come some friction, some dissension between you five brothers. Так как это необычная ситуация, и вы пятеро братьев, и чтобы обезопасить вас от каких-то там раздоров или каких-то неловких ситуаций, надо придумать какие-то законы, правила. А как вы будете все жить? So then Narada Rishi said, so you have to be very careful. И Нарада сказал, будьте осторожны. Narada Rishi always knows how to. Нарада Риши большой такой провокатор великий, он знает, как что-то замутить, какую-то ситуацию. Let me tell you a cautionary tale in this regard. Он сказал, давайте я вам расскажу сказку такую, которая предостережет вас, чтобы вы знали, что надо быть осторожными. Once upon a time there was a demon named Nikumba. Однажды давным-давно жил демон под именем Никумба. And Nikumba, he had two sons, Sunda and Upasunda. У него было два сына, Сундар и Упасундар. And these two sons, they were like one person in two bodies, Sunda and Upasunda. Это была как одна личность, проявлена в двух телах.
They used to do everything together. То есть они настолько были близки, они были как одна атма, все вместе всегда делали. When one was happy, the other was happy. When one was in distress, the other was in distress. They used to travel together, eat together, play together. Они были неразлучные братья, то есть если один радовался, второй радовался. Если у одного какие-то печали были, второй тут же сопереживал, печалился. Все вместе кушали, вместе все делали, везде путешествовали. And as it often happens with demons, they did very hard austerities together. To get a benediction from Lord Brahma. Ну как положено водится среди демонов, они совершали суровые аскезы, чтобы получить благословение от Брахмы и какие-то блага от него заработать. So Brahmaji blessed them that you cannot be killed by anyone in the universe except for each other. И Брахма дал им такое благословение, говорит, что вы будете неуязвимы. И никто вас убить во Вселенной не может, кроме друг друга. Вы единственные друг другу можете причинить, so then the two of them, вызвать смерть. They were so intoxicated with their power, they thought, okay, now let's terrorize the universe. Они так обрадовались. And they began to make chaos everywhere. Подумали, какое крутое благословение. Thinking they were indestructible. Теперь мы бессмертные. Теперь мы можем вообще всех мучить по всей Вселенной, третировать всех. Никто нас не остановит. So then Brahmaji is very clever. Брахмаджи тоже не глупенький. In order to destroy them, by his meditation, he created one apsara named Tilottama. Дав им такое благословение за тем, чтобы разрушить братьев, он создал одну апсару, такую красивую райскую куртизанку. So one day, Sundar and Upasundar, they were drinking together. Однажды братья вместе решили выпить. And that apsara, Tilottama, approached them. И вот эта красавица, and she was moving in a very flirtatious way. Тилоттама безумно красивая, она подошла к нему, стала так грациозно, кокетливо двигаться. So then, Sunda said to Upasunda, oh, she's so beautiful, she'll be my wife. Сундар сказал брату, слушай, смотри, какая красавица, женюсь. Она моя. Upasunda said, I'm afraid that actually she's going to be your sister-in-law. Брат говорит, извини, дорогой, мне кажется, что она станет женой твоего брата вскоре. So then Sunda said, no! Sunda сказал, здрасте. And a big quarrel broke out between the и two of them. И тут же они начали ссориться. And they both took their very big heavy clubs, their gadas. Свои огромные булавы. And they both swung their big guns at each other and smashed each other in the both. Стали размахивать и просто вот это междоусобица произошла и убили друг друга. So Narad Muni, he said to the Pandavas. Narad Muni теперь рассказывает эту историю Пандавам. Вот. Even though these two brothers, they were always united, but because of a woman, they quarreled with each other. Сказал, вот видите, будьте осторожны. Вот эти братья были неразлучными лучшими друзьями, но из-за женщины они поубивали друг друга. So you have to make some arrangement how you can live in harmony. Поэтому я предлагаю вам создать такие четкие правила поведения между друг другом, потому что у вас одна жена, у вас пятеро, чтобы вы избежали вот такой плачевной участи. So then, in the presence of Narad, they promised. И тогда прямо при Нараде все братья пообещали. Each brother will stay with Draupadi for 1 year each. Что они поделили сроки, они сказали, что каждый из братьев по году проведет, будет по очереди проводить по году с ним. And if one brother is alone with Draupadi, if another brother will approach them, go into the room where they're alone together, then that person will have to go on Tirtha Yatra, go to the forests in exile and be a brahmachari for 12 years. То есть они договорились, при Нараде пообещали, что каждый из нас имеет как право супружества с ней на год. И если случится так, что один из четырех зайдет в ту комнату, где Драупади будет в уединении с другим, с тем, с которым она в этот год, то тому, кто нарушил вот этот канон поведения, придется уйти в ссылку там надолго, в лес. Санау дварашабашани брамачари баней басет. И стать, и соблюдать целибат, уйти в ссылку, как наказание добровольное. So then, after a short time, Draupadi was alone with Yudhishthira Maharaj. И все братья согласились с этим. И вскоре, недолго спустя после этого разговора с Нарадом, Драупади сидела в комнате с Юдиштиром. And at that time, one Brahmin was calling out,
Help me, help me! Some dacoits are stealing my cows. И один брахман в этот момент стал звать на помощь, кричать: помогите, помогите, разбойники уводят мою корову. How is it possible, but in the land which is protected by the Pandavas and King Yudhisthira, that the brahmanas are not even protected? И брахман стал громко возмущаться. Он говорит: какой беспредел, что брахманы не находят себе покровительство в царстве, которым правит Юдиштир, и что нас грабят среди белого дня, и никто не заступается за нас. The king, he takes taxes from everyone. But if he does not protect them in return for those taxes, then he is very sinful and he will go to hell. Царь вообще негодный. Царь собирает налоги, и взамен он должен защищать граждан своих подданных. Если он не дает им покровительство, не защищает, он пойдет в ад. Arjun very heroically came to that Brahmin and said, "Don't fear." Арджуна тут же выбежал туда, побежал к этому брахману и сказал: "Не волнуйтесь. I'll save your cows." Я сейчас корову вашу верну. And then he went to get his weapons from the armory, but actually Yudhisthira and Draupadi were together in the room where he kept his weapons. И он побежал за оружием в свою оружейную, но, к сожалению, в этот момент вот эта пара, Юдхиштхира и Драупади, находились в той комнате, где Арджуна хранил свое оружие. But Arjuna thought, if I go in there, then I have to go to the forest for 12 years and be a brahmachari. Ему пришлось сделать такое быстрое решение. Он понимал, что сейчас я ворвусь туда незваным гостем, мне придется уйти в ссылку. But if I don't go there, then a bad reputation will come to my brother. Но если я не бегу за оружием сейчас, то позор пойдет на моего брата, как никудышного царя, что он не может защитить брахмана. And a brahmin would not be protected. И брахман останется незащищенным. То есть so he decided, I would rather go to the forest than have bad reputation come to my brother and not protect the brahmin. То есть, будучи кшатрией, воином, он подумал, такое, ну, бесчестие, позор, это хуже любой ссылки. Лучше я уйду в ссылку за то, что я сейчас так, ну, ворвусь туда в комнату, но что поделать, надо защитить брахмана. So where the door was to the place where his weapons were was straight. So he knocked on the door just to give some warning. And then looking straight ahead, not looking left or right, straight ahead where the armory is, where he walked there and he took his weapons. То есть он знал, что его оружие было в шкафу прямо напротив входной двери в эту комнату. Он постучал, сделал предупредительный стук, открыл дверь и, не глядя по сторонам, просто взор вперед на оружие, он подбежал к оружию, там к шкафу, взял и выбежал из комнаты. Then he rode on his chariot and he chased after those dacoits. Shot the dacoits. Saved the cows and gave them back to the brahmin. Потом он быстренько сел в колесницу, отправился за этими разбойниками, расстрелял их всех, вернул корову брахману. Then he came back to the palace and he apologized to his brother. И потом он уже вернулся с повинной к своему брату. I'll go to the forest at once for 12 years. И тут же пришел с повинной, сказал: дорогой брат, прости меня за то, что я так поступил, я немедленно сейчас отправлюсь в лес на 12 лет. Yudhisthira Maharaj said, why should you go? И Юдхиштхир сказал: с какой стати ты пойдешь в лес? I am your, if you accept me as authority, then I am telling you, you don't have to go. Если ты почитаешь меня как старшего и свой авторитет, я тебе говорю, что нет никакой нужды тебе уходить в ссылку. And anyway, the principle of dharma is, if the younger brother walks in on the older brother when he is with his wife, it's not bad. But if the older brother will walk in when the younger brother is with his wife, then this is bad. So you are the younger brother, so no. И вообще тут не было никакого прегрешения, потому что по ведическим канонам, если младший брат застал друг старшего с его супругой, ничего страшного. Но нарушением является, если старший брат входит туда, где сидит младший брат со своей супругой. Arjun said, "Oh my dear brother, I have heard from you that there is great strength in truth, so one should follow truthlessness without hesitation." Арджуна ответил: мой дорогой брат, я же от тебя слышал, что правда дает, придает огромную силу, поэтому почему я должен, ну, почему мне не пойти в ссылку? Truth is my weapon, truth is my virtue, and truth is my strength. Those who are truthful are powerful and victorious. Потому что те, кто идут за правдой, они всегда победоносны. Потому что это моя защита, это моя победа, это мое прибежище, правда. So Arjun, he took permission and he set out to the forest. И Арджуна распрощался со всеми и отправился в лес.
And so many brahmanas went with him as well to perform sacrifices in all the holy places that he would visit. Так он отправился в паломничество, большая группа брахманов отправилась вслед за ним, чтобы проводить яги в тех святых местах, которые он будет посещать. And servants were also following him with so much wealth, so he could give charity to sadhus and in various temples. То есть он не один ушел, за ним шли слуги с мешками там золотых монет и драгоценностей, чтобы он мог давать подаяние всем саду, которых он встретит во время паломничества. Брахманы шли, чтобы проводить разные ритуалы для него. So from Kandava Prastha, he set off following the path of the Ganges, going up to the north, and then he was going to the east coast, and then down the east coast of India to the south, up the west coast, all the way around, and to come back. This was his plan to travel all around Bharatvarsh. In 12 years. То есть он собирался за 12 лет проделать круг такой из этого леса Кандава, отправиться вверх на север, туда к истокам Ганги, затем пойти на восток и потом уже вниз так по восточной стороне Бхаратварши Индии спуститься вниз и так сделать круг, вернуться обратно. So one evening, Arjun was sitting on the bank of the Ganges and the Brahmins lit the fire ready to do a yagya. И однажды он сидел на берегу Ганги, в один из вечеров брахманы развели огонь, чтобы провести ягью. And Arjun took bath in the Ganga. Арджуна сам принял омовение в Ганге. But while he was taking bath in the Ganga, he could feel himself being sucked under the water. Но пока он омывался в Ганге, почувствовал, что-то тащит его под воду, его засасывает. And he couldn't struggle against it. И он не мог противостоять, просто его тянуло такой силой. And he was being transported to another dimension. Он почувствовал вообще, как в каком-то телепортации, куда-то его переносят в другое измерение оттуда. And he found himself in a room. Потом он увидел, что он находится в комнате. And he saw there was a sacrificial fire. И там увидел такой жертвенный огонь. Then he thought, oh, I can do my oblations after all. So he came and started chanting mantra swaha. Подумал, ну вот, я тут могу ягью завершить. Подошел, стал делать подношение туда. То есть он строго следовал. Ягья должна сегодня ночью произойти. Вот огонь, сейчас продолжу ягью. So just then, as he was completing his rituals, he saw a very beautiful woman approaching him. И пока он завершал свои ритуалы, вдруг он увидел, красавица идет к нему. And he could understand that this beautiful woman, she was not human, she was a naga. Он понял, что это не гуманоид, не женщина, что это уже нага идет, змеиня. From the serpent race, from the lower planets, they are subterranean heavenly planets. Принцесса-змея идет с нагалоки. And they have a power that they can possess human beings, and they can also take them to their planet. Это такие рептилоидные расы, у которых есть сила, они могут захватить человека и утянуть за собой там в свое подземелье. So he said, he asked her, "Who are you?" Он спросил эту красавицу, а вы кто? So she said, "Oh, my name is Ulupi." Она говорит, меня зовут Улупи. And I was moving around in the Ganga in an ethereal form, subtle form. Я в астральном теле плавала в Ганге. And I saw you. Я вас заметила. And you are so beautiful, like a demigod. Такой красавец. So I wanted to marry you. I have the fire yagya is here. We have the garlands. Everything is ready. И когда я вас увидела, поняла, что я хочу выйти замуж за вас. Поэтому я уже приготовила жертвенный огонь, и мы сейчас помолвимся и поженимся прямо тут. So I want to have your babies. Я хочу родить вам сыновей. And if you don't give me a child right now, I'll kill myself. И если вы мне сейчас не дадите предоставить эту возможность рожать вам детей, я просто закончу жизнь суицидом прямо у вас на глазах. So then, Arjuna was considering dharma. Арджуна задумался о дхарме. Our subject today is about dharma. Сегодня тема обсуждения — это дхарма. Now he was thinking, I have this vrat. To be a brahmachari for 12 years. Он подумал так: я обещал соблюдать целибат 12 лет. So then he told Ulupi. Actually, I've taken a vow to be a brahmachari for 12 years, so I think this is not appropriate. Он стал объясняться, говорит, поймите, неуместно вам рожать мне детей, потому что я поклялся, что в течение 12 лет я буду соблюдать целибат. Ulupi said, I am a nagini.
Лупи сказал, я змеиня. I know the shastras. Я прекрасно, я сведуща во всех священных писаниях. Your vow of brahmacharya was in relation to Draupadi. You cannot meet with Draupadi for 12 years, but it doesn't mean you cannot meet with someone else. Она говорит, я все знаю про твой обет был в контексте твоих отношений с твоей женой Драупади, что ты 12 лет не можешь ее касаться. Там не было речи о том, что в это время ты не можешь с другими быть. This was her argument. Это был ее контраргумент. What do you think? Как вы думаете, как тут? Arjuna was thinking. Арджуна думал. That it's sinful to kill a woman. Он говорит, убить женщину это грех. So when there's a choice between one dharma and another dharma, but both of them, you are breaking one, or you have to break one or the other, then if you follow the dharma, which saves you from doing the other thing, which is more against dharma, then that is the correct dharma to do. Боже, он стал взвешивать, говорит, если мне предстоит нарушить какое-то правило, то лучше нарушить менее... что-то менее важное, потому что если она совершит суицид, я буду повинен в убийстве женщины. И это серьезнее гораздо погрешность, поэтому лучше уже нарушить то, что менее важно. To save the life of a woman, and it also was not his intention. So he united with Ulupi, and then the next morning she transported him back to the Ganges to his retinue there. То есть, во-первых, with whom he was doing the это не было его инициатива, это он ее не находил там и не сватался к ней. И так как она настаивала, женщина, и при этом она грозилась, что самоубьется. Поэтому он остался с ней, провел эту ночь, и на следующее утро она его перенесла обратно на берег Ганги. Оставила там. So it was not intentional. It was not his intention, but such a situation came. То есть возникли вот такие обстоятельства, совсем ему он не искал этого, ему не хотелось этого, но так случилось. Just like Sri Krishna, when Sri Krishna was in Gurukul. Как, например, когда Шри Кришна был в Гурукуле. And was a brahmachari. И был брахмачари в это время. Sleeping on the ground at night. Спал на полу там в ашраме. Then in his dreams he saw. He was at Bangsibat in Vrindavan. А во сне он увидел сон, в котором он был у Бангсибата во Вриндаване. And meeting with Radhika and dancing with all gopis in Rasalila. Там он был с Радикой, танцевал со всеми гопи в Расалиле. And then he woke up. И потом он проснулся внезапно. He said, oh, what dream have I seen? Он подумал, что за сон? But then he could smell the fragrance of the kumkum and kasturi and chandan and all the cosmetics of Radhika and Braj gopis. That fragrance was on his body. Но вдруг он услышал аромат всей косметики, аромат тела Радики, ее косметики и там кумкумы и кастури с тел гопи. And he said, oh, it was not a dream. И он перепугался, это не сон был. It was real. Это действительно произошло. Alas, alas, now my brahmacharya is finished. Подумал, какой ужас, моя брахмачария теперь. And then he thought, he said, oh, but it was not intentional, so. А потом он подумал, говорит, ну я же не нарочно. There's no dosh comes to me because it was, no fault comes to me because it was not intentional. Он потом решил, что я тут ни при чем, я не повинен, потому что я это не делал осознанно. And anyway, Durvasa Rishi has said in Gopal Tapani Upanishad, Krishna Nitya Brahmachari. И в любом случае, Durvasa Rishi сказал, что Krishna Nitya Brahmachari. So anyway, Arjuna continued on his journey, and as he came further east, he came to Manipur. И расставшись с Улупи, Арджуна продолжал свое паломничество, и попав на восток, он оказался в Манипуре. And there he met one king named Chitravahan. И там он там встретил местного царя Читравахана. And he had a very beautiful daughter named Chitrangada. И у Читравахана была красавица дочь Читрангад. And Arjuna was very attracted to her. Arjuna was attracted to her. Yes. И она очень понравилась Арджуне. So he found out from the king. The king said, "My ancestors, they worship Lord Shiva." И царь, он познакомился с этим царем. Царь рассказывал свою историю, свою родословную. Он говорит, что мои предки поклонялись Господу Шиве. Because they had no children, so they worship Lord Shiva to have a son, so that the family line could continue. У предков было трудности с преемниками, то есть наследниками. Они молились Шиве, чтобы он дал им сына. So Lord Shiva, he said, Lord Shiva gave a benediction to my ancestors. Oh, all your descendants will have only one child.
И Шива пообещал моим предкам, что у каждого из наших поколений будет по одному сыну. And so he said, and so I have one child and I cannot have another child. А, сказал, по одному ребенку. But this child is a daughter, so how will my dynasty go on? То есть так сказал, что Шива сказал, что в будущем у каждого поколения будет по одному ребенку. Но, к сожалению, мой один ребенок — это дочь. У меня нет сына, как дальше пойти? Ну, у меня не останется рода. So Arjun said, I will marry your daughter. Arjun сказал, это я женюсь на вашей дочери. And the king said, yes, but on the condition that when she has a son, that this son doesn't become the heir to your dynasty. This son becomes the heir to my dynasty. Царь сказал, да женись на моей дочери, только при условии, что сын, которого она родит тебе, он станет преемником моей династии, не твоей династии. So then they were married, and Arjun had another son, Babrubahana. И тогда состоялась свадьба, Арджуна женился на Читранде. And then he left and continued on his. Она родила сына, а он отправился дальше в паломничество. He came, and there, what is on the west coast? Prabhas. А на западном побережье что находится? Прабхас. And he met Krishna there. И там он встретил Кришну. And then he went to Dwaraka with Krishna. И уже с Кришной поехал в Двараку. Now at that time there was an emergency in Krishna's family. Там была ситуация критическая в семье Кришны в это время. Because Balaram, he has very great favoritism towards Duryodhan, so he wanted his younger sister Subhadra to marry Duryodhan, but Vasudev Maharaj, Devaki, Krishna, Uddhav, Akrura, all the Yadavas, they were all against it, but they were afraid to say anything to Balaram. То есть в это время в семье Кришны назрела семейная драма серьезная, потому что Баларам всегда благоволил Дурьодане, который был его учеником в бойцовских искусствах, и решил выдать за Дурьодану свою сестру Субхадру. Но эта идея никому не нравилась. Но все боялись что-то сказать наперекор Балараму. То есть ни родители, ни Васудев, ни Деваки, никто из Ядовов не хотели, чтобы Субхадра вышла замуж за Дурьодану. So when Arjun was training under Duryodhan, at that time he had the association of Krishna's relative Gada, and he'd heard about this beautiful Subhadra. Arjuna was training with Duryodhan? No, Dronacharya. И когда Арджуна обучался, ну, тренировался с Дроначарьей, то узнал от кого-то там, кто тоже там обучался у Дроначарьи, про красоту Субхадры. Mm-hmm. So, Arjuna had already heard about, and just by hearing he'd become attracted. Он просто уже знал понаслышке про Субхадру, и так она ему нравилась уже как заочно. So when Arjuna met with Krishna, he asked after some time, and how is your sister doing? И когда он повстречался в Прабхасе с Кришной, он поговорил о том всем, а потом говорит, а как поживает твоя сестра? Krishna said, well, actually, I wanted to talk to you about this. Кришна говорит, кстати, о сестре, я хотел с тобой поговорить. We have a very big problem. У нас проблема возникла в семье. So then Krishna and Arjun, they conspired together to kidnap, that Arjun would kidnap Subhadra. И сам Кришна вместе с Арджуной, они уже придумали хитрый план о том, как Арджуна похитит Субхадру. So now Arjun was not only a brahmachari. He dressed up as a sannyasi. В этот раз он уже не просто был отшельником брахмачари, он уже одел одежду сannyasi. With a tridanda. Взял палец, там триданду в руки. And Krishna arranged one bhajan kuti for him just outside Dwarka. И Кришна построил там хижину какую-то для Арджуны там в окрестностях Двараки. And then Krishna was going here and there in Dwarka, telling, oh, there's a very great sadhu who is staying just nearby. То есть Арджуна стал притворяться, что он sannyasi, и жить в этой избушке на вокре. А Кришна потихоньку стал разным людям там рассказывать, что о, там знаменитый саньяси появился у Двараки. If any young woman will go and give pranami to him, all of her desires will be fulfilled. И Кришна стал разным людям рассказывать, там сейчас появился в Двараке такой мистик, если любая девушка пойдет поклониться ему и даст какие-то подаяния, то любое ее желание исполнится. So Krishna started this rumor somewhere. And then when he was in his palace with his family members, someone brought it up and he was listening, huh? То есть Кришна одному сказал, так обмолвился, второму, третьему, а через несколько дней, когда он уже был во дворце, уже сама семья Кришны стала Кришне рассказывать. Ты знаешь, в городе появился мистик саньяси, который исполняет все желания.
And Krishna even said, "Oh, then we should invite him for dinner." Кришна сказал, да, так наверное такого надо в дом, в дворец пригласить на ужин нам. And Krishna invited him. И Кришна пригласил его. And Subhadra was serving him and looking, he's so attractive. И он пригласил Арджуну, который притворялся этим монахом, и Субхадра служила, подавала, накладывала блюдо на тарелку и любовалась, думала, какой красивый этот саньяси. Does not look like a tapasvi, he looks so strong. Такой крепыш, это совсем не похож, мускулистый такой. And Arjuna was looking at Subhadra also. Арджуна поглядывал тоже на Субхадру. They were very attracted. И взаимная такая у них тут же появилась. So then интерес. Afterwards, Subhadra told her Sakis, "I want to go and give pranam and pranami to this at the kutir of this saint." И позже Субхадра фрейлинам своим сказала подругам, так я хочу навестить эту баджан кутиру, почтить этого монаха, принести ему дары и получить его благословение. So she went there with her Sakis and some guards, some soldiers. Взяла своих подруг, солдаты тоже стражи сопровождала ее. And when she got there, then Krishna kept Arjuna's chariot hidden behind the bhajan kutir. А Кришна припрятал колесницу Арджуны за этой хижиной там и уже там наготове все. And Arjuna jumped up and caught Subhadra by the hand and took her and jumped on the chariot and was kidnapping her, taking her. И когда Субхадра пришла туда с подругами помолиться этому мистику монаху, Арджуна схватил ее за руку, затащил ее в эту колесницу, они запрыгнули туда, и он поехал. The warriors took up their arms to fight him. Он стал похищать Субхадру. Стражники, конечно, схватили тут же оружие, чтобы убить Арджуну. Arjuna told Subhadra, "You drive." Gave her the reins, and he took it. So she was driving, and Arjuna turned around with his bow and arrows to fight. То есть, когда стражники открыли огонь, то есть стали пускать стрелы в него, Арджуна отдал вожжи в руки Субхадры, говорит, ты, говорит, веди колесницу. Сам повернулся спиной, ну, в направлении тех, и стал стрелять в них. Баларам became furious. Баларам, когда он узнал о том, что его сестру похищает, он вообще пришел в ярость. He said, "Krishna, this is an insult to our dynasty, we should kill him at once." Заорал, какая наглость, какой позор нашей династии, срочно его уничтожить. Krishna held the feet of Balarama. Кришна тут же ухватил за стопы Баларама. Oh, my dear brother. О, дорогой брат. Why are you angry? Ну что ж ты так гневаешься? Успокойся, пожалуйста. There's nothing wrong with a Kshatriya stealing his bride. Что страшного, когда воин похищает невесту? I myself stole away Rukmini, and you approved of it. Что такого? Ты помнишь, когда я похитил Рукмини, ты же одобрил? And also, you can see from the face of Subhadra that she has already accepted Arjuna in her heart. If you kill him, then she'll be a widow for her whole life. И вообще посмотри на лицо своей сестры. Видно, что она в него уже влюблена. Она отдала ему свое сердце. Если сейчас ты его убьешь, твоя сестра станет вдовой до конца дней своих. And what's more, Arjuna is not stealing Subhadra, look who's driving the chariot. I think that Subhadra is stealing Arjuna. Но при этом не он ее похищает. Посмотри, кто ведет колесницу. Это Субхадра его похищает. So, please calm down. Успокойся, дорогой брат, успокойся, пожалуйста. So then Balaram, he calmed down. Баларам тогда притих. Кейшава Дрита Халата Рупа. And Balaram is Krishna himself in his form, his Vaibhav Prakash. Balaram это сам Кришна в проявлении его Вайбава Пракаш. But they have the Abhiman bait. Но у них разные настроения. So this beautiful relation can come between Krishna and his own expansions. Благодаря тем sometimes quarreling, sometimes agreeing. Благодаря тем разным. To relish rasa. Настроение вот такое проявляется, такие интересные лилы, такие взаимоотношения. Иногда они ссорятся, иногда они вместе радуются, дружат. So, is Arjuna going against dharma? Арджуна нарушает дхарму сейчас. Brahmachari should not associate with a woman. Брахмачари не должны общаться с женщиной. Is Subhadra a woman? Субхадра женщина? She's a yoga maya in dwarka. Субхадра это Jagannath, Baladev, Subhadra. Baladev is Guru Tattva, Jagannath is Krishna Tattva, and Subhadra is Yoga Maya, the Lila Shakti of Dwarka. Как вы помните, Субхадра это Йога Майя Джаганатха Пури, то есть Баларама это Гуру Татва, она это Йога Майя, Лила
Лила Шакти Аватар. Лила Шакти. И Кришна. И Дварка. I said. Yeah. Just like when Madhya Yashoda gave birth, she gave birth to Krishna and also Yogamaya. Когда мама Ишоды. The younger sister of Krishna. In Braj. So similarly, in Mathura and Dwarka, the younger sister of Krishna, Subhadra, is Yogamaya. То есть, когда мама Ишода родила Кришну, вслед за ним она родила Йогамаю. В этой, в Гахуле. То есть, и младшая сестра, получается, параллель и во Врадже это Йогамая, и в Джаганатхапури, Васуда в Деваке, младшая дочь их, это Субхадра, это Йогамая. So, the question comes. Is he went on the Tirtha Yatra in exile for 12 years to observe a vow of Brahmacharya. Is Arjuna Brahmacharya or not? Возвращаемся к вопросу изначально. Вот она подала обет целибата, отправился на 12 лет в паломничество, и за это время вот сколько всего произошло с ним. Поэтому считается ли он брахмачари или нет? So the common person, it's very difficult for them to understand whether Arjuna had broken dharma or not. Как обычный человек может найти правильный выбор, то есть определить, действительно ли Арджуна нарушил свой обет или он сдержал его? The principle is that if there's a one can give up a lower dharma for the sake of a higher dharma. Но есть такой принцип, что можно отречься от более низкого, ну, приступить низкие законы ради содержания более высоких законов. Just like, perhaps you know the great sage Vishvamitra Rishi. Например, вот есть великий мудрец Вишвамитра. Vishvamitra Rishi is the Rishi who has revealed the Gayatri Mantra. Om Bhurvaha Swaha. Это риши, который явил Гаятри мантру миру. In the Rigveda. В Ригведе. So Vishvamitra Rishi is a very famous and high class mantra drastas, realizer of the sea of mantras. То есть просветленная личность высокого уровня. But once there was a drought. Однажды наступила засуха. There were no crops, there was a famine. Не было вообще. Была полная засуха, никто не собрал никакого урожая. And Vishvamitra Rishi was starving. И этот мудрец сам уже голодал. And he saw one day in the courtyard of a chandala, an outcast person, the body of a dead dog who had been killed with a weapon. И Вишвамитра однажды во дворе одного чандалы, то есть неприкасаемого, некастого, увидел труп, мертвую собаку, которая была там застрелена стрелой. So he took rest there, nearby, and waited till night when the chandala was sleeping, and then he snuck up to steal that dead body of the dog to eat. И Вишвамитра, заметив вот этот труп собачий, он там сел у обочины дороги, просидел целый день, пока не наступили сумерки, этот чандала пошел спать, и он забрался туда во двор и утащил эту собаку оттуда. So he's a very high-level brahman. То есть как это переварить, то есть брахман такого суперкасты, he's supposed to be vegetarian. Мудрец, который всегда должен быть вегетарианцем. And now he's eating dogs, not even his own dog, he's stealing it. А тут он подъедает собачий труп и не свою собаку, а вообще украденную, неприкасаемую. То есть и кража тут тоже он повинен, и в краже, и в собакоедстве. The chandala woke up and caught him also. А что еще произошло? Этот чандала проснулся и поймал этого Вишвамитру Муни с поличным. And they had a very long conversation. The chandala was asking, what kind of dharma is this? И начались разборки, потому что чандале вообще было непонятно, что это за дарма, когда мудрец крадет у него собаку припрятанную. So Vishvamitra Rishi explained to him. Но мудрец стал объяснять этому чандале. That it's to kill a brahmin is a great sin. Так, понимаешь? If I don't eat, I will get the sin of killing a brahmin. Мудрец стал объяснять этому чандале, ты пойми, что убийство брахмана это самый худший грех. И если я себя сейчас не накормлю, то я умру, я буду повинен в убийстве брахмана. So, if there's a very difficult situation, you have to make a choice and understand more the essence of dharma. То есть принцип из двух зол выбирает меньшее. То есть всегда надо четко, если сложная ситуация, тогда уже рассматриваем, вот что хуже, если уже приходится нарушить что-то, что
меньшее зло. So then they had a very long conversation. Долго спорил Чандала с мудрецом. And in the end, Вишвамитра Риши, he won his case. Но в конце Вишвамитре Риши удалось убедить Чандалу, что необходимо было украсть ту собаку у него. So then he cut up that dog and he cooked him. И они решили поделить уже собаку тогда. Чандала сам приготовил для Вишвамитры, потому что тот не знает, как готовить собаку. In Gita, Krishna said, Yagyashishtar Sanah Santo. Munchanti sarvakyobhishayi bunjitekhtekhtukam papam yei pachantapakaranat. If you eat any food which has not been offered in a jagya, then you're eating all the sin. So first he offered the dog burgers to the demigods so that they would become prasad. Так как Кришна объясняет, что если мы кушаем еду, не предложенную, никак не освященную по отношению к Богу, то мы поедаем просто грех. И поэтому вначале приготовленный вот эти собачий шашлык был предложен деватам, хотя бы, чтобы это уже была кем-то благословенная еда. And then took that prasad. И Вишвамитра потом покушал это. And in this way his life was saved. То есть он спасся от голода, потому что он уже был на грани смерти от голода. So now he had strength again. He did a jagya to Indra. Но теперь он уже набравшись сил, теперь он смог провести ягью Индре. And being pleased with his sacrifice, Indra sent the rain, and the drought was over. Сделал. And then the famine came to an end. Everyone was saved. So what was the right thing to do? То есть так хорошо провел ягью, что Индра тут же довольный ягьей послал дождь, прекратилась засуха, пошли урожаи у всех, то есть он спас всю местность, всех людей, которые же. Поэтому что на самом деле было правильным выходом из ситуации тут? So, the conclusion is that the dharma, there are different levels of dharma, and always the lower dharma can be given up for the sake of the higher dharma. То есть все эти объяснения дают понять, что дхарма — это очень сложная система на самом деле, поэтому многоуровневая, иногда приходится попирать более низкими уровнями ради того, чтобы поддержать более высокие уровни. And the highest dharma is atma dharma. Самая высшая дхарма — это атма дхарма, то есть этот уровень души. So in Gita Krishna said, Sarva dharman prityaja mamekam shanam braja. Abandon all the lower dharmas related to the body and the mind. Don't be afraid. This is the right thing to do. Because you are not leaving them for no reason, but you are leaving them to adopt the higher dharma, the atma dharma. Поэтому Кришна объясняет Гите, призывает Арджуну, говорит, оставь все виды вот этой праведности, этой дхармы ради души, ради дхармы души, и это не страшно, я тебя защищу от всех последствий, потому что ты оставляешь меньшее ради высшего. So Krishna could have expressed this in so many different ways. Кришна мог выразить это по-разному. But he said it in a particular way. Но он сказал это четко, вот конкретно, как he он said, сказал. Sarva dharman prityaja mamekam sharanam braja. Hey, braja means go. Он мог по-разному сказать, но он говорит, go to shelter. He didn't have to say it like this, but he said braja. Why? Because he was thinking, oh, the highest persons who have left all dharmas, that is those in Braja. То есть это слово «отправься, иди в Раджа», но на самом деле просто Кришна в это время думал про Браджабаси, про Брадж, и пошел мог по-другому выбрать другие слова, чтобы сказать Тарджуне, но он думал, кто истин, кто следует высшей дхарме. Это Браджабаси. Especially, not only Браджабасис, my Braja Gopikas have left all dharma to serve me. И в частности, из всех жителей Враджа мои гопи оставили все, чтоб, всю дхарму, чтобы служить мне. Шукадева Госвами Пад said, Нишамья гитам тарананга варданам браджастрия Кришна грихита манаса аджагму аньоням алокшит уддяма саятта канта джавалола кундалаха. The meaning is that on the full moon night in the Sharad season, Krishna went deep into the forest of Vrindavan and began to play his flute. А в полнолуние осенью Кришна забрался в чащу леса и там заиграл на флейте. All the sweetness of Krishna is collected together
in his lips, and then comes out all his sweetness in the sound of his flute. Вся его сладость, она собирается в его устах, и затем через его уста заходит в флейту и проявляется в форме этой мелодии. That madhurya of Sri Krishna, his venu madhuri, it includes his rupa madhuri, prema madhuri, lila madhuri, everything. То есть вену мадури несет в себя сладость флейты, несет в себя сладость его формы, его премы и его лил. The sound of Sri Krishna's flute is uddipana. Звук флейты Кришны это уддипана, это как напоминание, стимулирующее что-то. Локоутара падатханам прабава копьянагалаха ратинтадвишаям часо басептур навекада. If someone with a soft heart is touched by the alaukik vastu, then what happens? It manifests, Krishna manifests, and love for Krishna manifests. Если трансцендентная субстанция соприкоснется с тем, у кого чистое сердце, мягкое, то тут же в сердце этого человека проявится и Кришна, и любовь к нему. So nishanya gitam tad ananga vardana, ananga vardana. They already have love, but ananga vardana. Their love by the touch of Krishna's sweetness in the form of this Venu Nad, it began to vardana, expand and expand. Не копи уже столько любви к Кришне, но соприкосновение с этим звуком флейты Venu Nadam, соприкосновением сладости Кришны, эта любовь начинает разрастаться. Nishanya means they heard. Here ni means ishat. Just a little bit, just one note of Krishna's flute was enough to cause their brain to expand. То есть они услышали немножко одну ноту, услышав одну ноту, этого хватило для того, чтобы их любовь просто вспыхнула пламенем. So Krishna's flute is his duty, his messenger. Флейта Кришны это его посланник. Krishna is a Chaura Graganya, the leader of a group of thieves. Кришна вожак среди всех воров. So when there's a gangster or the leader of a gang, he never does the stealing himself. He sends his underlings. They go and they do the stealing and bring the money to him. Там главный вор, главный мафиози никогда не пойдет на дело. То есть он своих шестерок будет посылать туда, чтобы там украсть мелкое или там что-то. Сам он сидит. So see Krishna, he's a thief. Now he does not steal directly himself. He's just playing his flute. Так как Кришна главный среди воров, сам он не идет на воровство, он посылает флейту на эту работу. This Venu Nad, the sound of his flute is now coming like a thief. И звук флейты теперь уже работает на Кришну как воришка. So a thief never comes to the front door. Воришка никогда через главный вход не пойдет. This thief went to the side door. That means the ears of a gopi. Всегда not через to the front, to the ears. Черный вход или что-то через окно, и вот он закрался через уши в гопи. And entering through the side doors, then that thief quickly went to the treasury room. Этот вор забрался через боковой вход и тут же проник в сокровищницу, в сердце гопи. There, Braja gopis, in the treasury of their heart, they're keeping the most valuable jewels. What is that? Lajja, Vivek, Dharya, their shyness, their discrimination, their patience. And so that thief grabbed all of those jewels and ran back to Krishna. И там, в этой святая святых, в их сердцах, в сокровищнице гопи прячут свое самое ценное, свою застенчивость, благочестие, целомудрие, спокойствие, способность принимать правильные решения, рассудок. А этот вор схватил все кипой и бросился бежать наружу. So Браджастрия, Кришна грихита манаса. That means he bought all the jewels from the heart of the gopis, and now they were in Krishna's hand. Он украл все, забрал все эти сокровища. Krishna accepted their hearts. Из сердец гопи и убежал обратно к Кришне с добычей и отдал все Кришне. Теперь все эти сокровища были в руке Кришны. You know, if someone is walking on the street, и кто-то идет по улице, and then a pickpocket bumps into them and takes. И карманный вор так подпихивает в плечо и тут же из кармана что-то ворует. Then the pickpocket runs away, then and sees him and then starts running after. А вор потом отбегает, человек начинает шлепать себя по карманам, понимает, что у него уже что-то украли и бежит вслед за вором. So now the Venu Nad of Krishna had stolen the treasures from the heart of Braj Gopis. They just got up and they ran. Oh, come back! И когда мелодия влияет Кришны, and they followed the sound of the flute. Украла сокровище сердец гопи, они бросились вслед за ним бежать, чтобы вернуть свое. А, джагмуран ням ням.
means they went the Ananya, Alakshita, unseen by others. Usually they move around in groups, but they forgot everything and just ran towards the sound where the flute was, the sound was coming. Невидимые другим, то есть незримо для других, как-то в одиночку каждая гопи бежала просто на звук этой флейты. As the Braj gopis were running, their earrings were swinging. И пока они бежали, их серьги потанцовывали. Why? Почему? The earrings were afraid. Серьги боялись. The earrings thought that if Krishna's flute can steal the jewels which are hidden in the safe of our heart, then what to speak of these jewels on the outside? Surely he'll steal us also. So they were trembling. Сережки в ушах гопи переживали, потому что они думали, если этот вор украл так легко все сокровища там из тайного сундука и сердец, то мы легкая добыча для такого вора, потому что мы снаружи-то висим. And Javalola Kundala means that when Radha and Krishna meet and play together in the Nikunjas of Vrindavan, all the ornaments become broken and scattered here and there. So they'll think, oh, that will become broken. So they were, all the ornaments of gopis were trembling as they were running. Они вора боялись, и также они предполагали, что если произойдет встреча, свидание с Кришной, когда Радха Кришна встречается в Никунджах, то все серьги как ломаются, ожерелья там рвутся, бусы рвутся, поэтому украшения переживали. Duhanto biyayu kaschit means some gopis they were milking cows. В это время некоторые гопи доили коров. Nishamya gitam tadananga vardanam, and when they heard the sound of Krishna's flute, then the influence of Cupid expanded in their hearts, and they just stopped milking and they ran. Но услышав звук флейты Кришны, то есть они почувствовали такой прилив сильных эмоций к нему, влечение из влияния Купидона, они бросили всех коров и убежали. Doham hitva samutsuka. Some they already finished the milking and they had the pails full of milk and they were carrying them. They heard the sound of the flute. They dropped the milk and ran. Те гопи, которые к этому времени уже успели додоить коров, уже несли ведра молока в дом обратно, услышав звук флейты Кришны, просто отбросили эти ведра в сторону и помчались в лес. Others did brought the milk home already, put it in the pot and placed it on the fire. А некоторые уже кипятили молоко на кухне к этому времени. Some were making some bread also they had put on the fire. But when they heard the sound of Krishna's flute, they left everything and ran. Ну, мелодия флейты Кришны застала их врасплох, они бросили все это приготовление пищи и убежали в лес тоже. Paravaisyantas tadditva. Some of them were preparing food for their family members. Некоторые готовили ужин для семьи. But they left. И забросили все на кухне. Паяянтя шишун паяха. And some of them, they were feeding milk to babies. Кто-то нянчил в это время детей. So gopika aprasutika. Actually, the gopis in Rasleela, they don't have any children. So that means they were feeding they were babysitting, and they were feeding their neighbor's children with a spoon some cow's milk. They were not breastfeeding. Те гопи, которые участвуют с Кришной в Расалиле, у них нет детей своих. То есть вот то, что они нянчили детей, значит там племянников, племянниц, кого-то из детей из домочадцев кормили там молоком корови. Сусрантя патин кастит. Some of the gopis, they were serving their husbands, but that means not directly. Некоторые гопи в этот момент ухаживали за мужьями. They never see their husbands. Но не непосредственно физически, потому что они обычно не встречаются лицом к лицу. Means only they were doing some laundry. Что-то там стирали одежку какую-то. Or making a bed, some housework, some service. Застилали ему кровать, чтобы он уже лег спать. Bringing some water and heating some water for a bath for when he comes back from work. Или там воды нагреть ему, чтобы он ванную принял. But not direct service. Но тут не речь о близком таком уходе. But everything, all their knowledge of everything, even themselves, vanished, hearing the Venu Nad. Но как только гопи слышат мелодию флейты Кришны, а вообще обо всем забывает, даже о себе, уже ничего не остается. When you hear the sound of Krishna's flute, когда вы услышите everything is gone.
played the Krishna. I cannot even remember who I was. My past history. То есть все прошлое. In the happiness of Seva to Krishna. Забудете полностью о своем прошлом, но будете поглощены этой радостью служения Кришне. Ashnanto pasyabhojanam. Others themselves they were eating. Кто-то из гопи в это время сами уже ужинали, тоже забросили эту еду. Limbantya. Others they were massaging themselves with the oil before taking a bath. Кто-то готовился уже там ко сну, делали себе масляный абьянгу массаж перед. But without taking a bath, without washing off the oil. Но услышав звук флейты, даже не смыв это масло, не стерев с тела, они побежали бегом. Prambrajanto. Others were cleaning. Некоторые в это время делали уборку. Others were putting kajal on their eyes. Кто-то еще наносил косметику, подводку. Putting kajal on one eye, but not the other. They dropped and they were. Но успев накрасить лишь один глаз, уже не занимаясь вторым глазом, они бежали в лес. Vastyastra vastra paranaha. And some, they were in such a hurry, they put on their ornaments in the wrong places. They put the necklace on the waist and the waist belt on the neck. Некоторые были в такой спешке, что они перепутали украшения, одели там на бедренную цепочку себя на шею, там ожерелье прицепили куда-то к талии. They put the cudgel from the eye on the breast. Что там стали рисовать на груди своим карандашом под водкой для глаз. And the kasturi on the eye. А мускусом глаз намазывали себе. То есть все. Ornaments and cosmetics mixed up, and they ran. В такой растерянности и спешке, что все они перепутали, там косметику не туда нанесли и украшения не так одели на себя и помчались. So by mukta pragravrti, that means the interpretation. Who is like a cow? If a cow is tied to a rope, it can eat grass in a certain area. But if the rope is cut, then that cow can wander and it will go to the bank of the Jamuna. So in the same way, the interpretation of Shastra by Mukta Prograhaviti will go to Krishna Lila. То есть подобно тому, как если корова на привязи, то она может щипать и кушать траву только там в радиусе, который позволяет длина веревки. То есть если обрезать веревку, она может уйти куда хочет, там в лес, на берег Ямуны. Таким образом интерпретация Шастры, вот как эта корова, которую освободили от привязи, уходит туда на Расавилу Кришне. Сарва дарман притядя мамейкам шарнам брача. The gopis are the highest example of this. Гопи – это высший пример того, как они оставили все виды дармы ради служения Кришне, полностью предались ему. Here Shukadev Goswami is describing 10 types of dharma that Braj gopis have left. Потому что в этих шлоках Шукадев Госвами описывает, перечисляет 10 видов дармы, которые забросили гопи. First, duhanto biyu kaschit, those who were milking cows. Тех, кто доили коров. This activity of milking cows is called the jati karma. It is the occupation of their particular caste. Это профессиональный долг, то есть то, что занимается их каста, да, вайши. То есть это их долг доить коров. So those gopis, they have given up the jati karma. То есть они расстались с этой jati кармой. One mystery here is that those gopis who were milking the cows in their previous life, they were the Vedas personified. They are Shruti Charigopis. И вот один секрет, что эти гопи, которые доили коров в этот момент, это были олицетворенные Веды в предыдущем воплощении Шрути Чаригопи. They were the Upanishads. Это были Упанишады. So the Upanishads, they take the nectar, that means it's their occupation to take the nectar, the milk of the Vedas, and distribute that Shastra Gyan to the world. That's the occupation of the Upanishads. Задача Упанишад, они берут вот это эссенцию Вед, как молоко, и уже раздают в форме наставлений всему миру, насыщая все. So now, those very Upanishads, who take the milk, extract the milk from the Vedas and distribute, they have become gopis, and they were milking cows, but they even gave up that milking. И вот те самые Упанишады, чьи этот долг был брать эссенцию Вед и насыщать всех, теперь они стали гопи в прокатлилах Кришны и доили коров и забросили эту дарму. Why? Почему? Because it is said, я
Дустьяджан, Суджана Ая Пачанта Хитва, Бейджо Мукунда Падарим Срути Беви Мридьям. The Braj Gopis don't follow the Vedas. Why? Because the Vedas are following the Braj Gopis. Говорится, что Braj Gopi нет необходимости следовать Ведам, потому что сами Веды следуют за Braj Gopi. Vayam chama vayam samacha samaha drishangri saroj sudha. The Upanishads, the Vedas personified, said, "Oh, we attained the nectar of Krishna's service by following in the footsteps of Brajagopis." Потому что олицетворенные Веды сами сказали, что мы достигли цели, стали достигли совершенства, следуя за Гопи. Vayamma picha samaha samadrishangri sarojo sudha. That is in the Veda stuti. Shruti stuti. Shruti stuti сказано. So then, Doam Hitva Asamutsava Sukha, those gopis who had the buckets of milk, they dropped them. That means they did Dhanatyag. Because the wealth of the cowherd people, the Dhan, is milk products. So they have done Dhanatyag, leaving all wealth to serve Krishna. Те гопи, которые побросали ведра с молоком, они совершили Dhanatyag, то есть расстались со своим состоянием, потому что для Вайш, пастухов, молоко – это их все, богатство, их состояние, то есть они отреклись от… Payodistutya samyabam anudvaspara parayayu. Those who left the cakes burning on the stove and left the milk boiling over on the fire, they have given up the loka karma. Те, кто оставили вот это молоко, кипящее на огне, и лепешки в огне, они оставили лока-карму. Лока-карма means the natural activities of people. And for women, it's their natural activity to collect food and prepare food to support the family. То есть это естественная, обычная деятельность человека, а для женщины, что самое естественное, это кормить семью, готовить на кухне, то есть они оставили этот вид деятельности. Parivesyanta staditva, those who were feeding the family the food that they had collected or they had prepared, then they left the bandhu prem dharma, that is the dharma of showing love to relatives. Те, кто бросили родственников, которых они кормили ужином в этот момент, они забросили банду прем карму, то есть заботу о близких. Payantya shishun, and those who were feeding the babies, they left Shishu palan poshan swabhav. It's the nature of woman. If they see a baby, they go, ooh, and they want to take the baby and feed the baby. Те, кто вот нянчили детей, там кормили, то они оставили. Shishu palan poshan swabhav. But it was also gone. These things are very deep and difficult for anyone to give up. But for gopis, they all disappeared. То есть вот эти гопи оставили шишу палан поушан свабаву, то есть самое естественное для женщины, если она видит ребеночка, сразу она гугу-гага, начинает с ним чискать его там, обнимать, что это настолько глубоко психологически и эмоционально для женщины, вот эта привязанность к деткам и к своему потомству. Поэтому для гопи оставить вот этих детей, это что-то очень сильное, то есть настолько сильное должно было, чтобы отвлечь их. Those who were heating up water for their husband's bath and folding their clothes, they gave up the Patibrata Dharma, that is a loyalty to serving their husbands. А те, кто забросили там дела, потому что они стирали там для мужа что-то, в ванную набирали, то есть они оставили вот этот долг преданности супругу. Now it's Kali Yuga, it's very easy for anyone to give up. Сейчас для всех легко это сделать, это вообще никого не удивляет. So people are not impressed by hearing this. Кто-то слушает, думает, а что тут такого, но не достирала мужа. But in Vedic culture, oh, this is worse than death. Only that someone will suspect that you are not dedicated to your husband is worse than death. Но понимаете, and reputation even. В контексте ведической культуры даже подозрение в неверности или супругу это уже это хуже смерти любой. То есть такой позор, это такая жуть для женщины. То есть там это очень серьезно. Ашнянто пасья боджанам. Some, they left eating. That means they left the Deha Raksha Dharma. Everyone wants to protect their own body. But even this Dharma, Deha Raksha Dharma, the Dharma of protecting the own body, Gopis forgot. Те гопи, которые сами встали за стола, убежали, не доев, они оставили
Деха ракша дарма, то есть уход непосредственно за телом, за физиологией, то есть поддержание здоровья и жизни. Limpantya, those who were doing oil massage and about to take bath, without bath, they just ran. That means they left the deha peksha dharma. That is all bodily consideration. Те, кто не закончив этот масляный массаж, не приняв душ, убежали в лес Кришне, они просто полностью позабыли о всех телесных нуждах. Прамриджантонья, and those who were cleaning the house, they also quickly ran. That means they left the socha asocha or shuddhi ashuddhi dharma. The deliberation in the scripture of what is clean and unclean, pure or impure. This is very important in Vedic culture. Где девушки, которые забросили уборку по дому и убежали, они расстались с кармой вот этих категорий строгих градаций ведических чистое и нечистое. То, что обычно фигурирует очень конкретно в жизни каждого ведического человека. Anjantya kashalochane, and those who were applying kajal but did not finish it. They left. What dharma did they leave? Те, кто подводили глаза карандашом, и что они, какую карму они оставили? They left the stri swabhav. Stri swabhav. Stri swabhav means it's the nature of a woman. She likes to decorate herself. Это природа женщины украшать себя. So, but they forgot everything. Они забыли обо всем. Why? Почему? Because hearing the sound of Sri Krishna's flute is Udipana. Then, Ratim Tadvishayam Chaso. Their Prem came to the stage. Prem Snehaman Pranaya Ragana to Rudra Bhav. Потому что как только они услышали вот, звуки флейты Кришны, тут же их любовь настолько доросла до Рудха Бхавы. Их према. What is there in this Rudra Bhava? Что кроется в этой Рудха Бхаве? Что особенного в ней? One symptom is tatso kepyati sankaya. Even if Krishna is happy, but one becomes kinaptvam, one becomes emaciated with anxiety that Krishna is not fully happy. Even when he's happy, so what to speak? When he's in the forest, alone and calling. How intense that anxiety of gopis is, they're not running for themselves. They're running for to please Krishna. Одна из особенностей Рудха Бхавы заключается в постоянном беспокойстве о благополучии Кришны, что даже когда гопи служит ему лучшим образом, ей кажется, что она не угодила ему, что она мало сделает, то же может прямо терять вес от переживаний. А что говорить, когда он находится ночью в лесу один и зовет тебя, и ты медлишь, то есть очень взволнованы были этим. See, Krishna is feeling separation from Radhika and Braj Gopis, and he's playing his flute, trembling, and with tears flowing from his eyes, and hearing that sound. If they cannot, they feel great anxiety even when he's fully pleased. Then when he's in anxiety, how much anxiety they will feel? То есть в состоянии Рудра Бхавы они переживают, даже когда Кришна полностью удовлетворен, им кажется, что они не угодили ему. А когда Кришна действительно испытывает чувство разлуки с Радикой, с Гопи, стоит ночью в лесу, призывает их игрой на флейте, то вот эти эмоции его передаются в этой музыке, и Гопи слышат это, его зов, то, что он тоскует, и они бегут туда. One may say, well, maybe she could have waited just another moment to put the kajal on the other eye. Кто-то может сказать, ну что, на одну минутку не могла выждать, дорисовать второй глаз перед тем, как бежать. Maybe she could have carried the buckets of milk into the house and then gone to А та, что молоко домой на кухню не могла донести эти ведра, поставить и потом бежать уже. Maybe she could have taken the bread of the fire. And then gone. Зачем та лепёшка? So the house will not burn down. Могла лепёшку достать из огня, чтобы пожара в доме не случилось, и идти себе уже. No, but one of the symptoms of Rudra Bhav, what is that? Shanakalpatva. That one second seems like millions of years. Это для вас минута-минута, а в состоянии Рудра Бхавы каждое мгновение, каждая секунда кажется субъективно воспринимается как миллион лет. So hearing the sound of Krishna's flute, feeling his separation, being overwhelmed with anxiety for Krishna's happiness, and one second being like thousands of years. So they dropped everything.
То есть тут тут невозможно делать этот выбор, потому что они слышат зов Кришны, они чувствуют, слышат его переживания, которые кроются в этой мелодии флейты. Они чувствуют необходимость угодить ему, и при этом каждое мгновение подобно миллионам лет, поэтому они все бросили и побежали. Another symptom. Mohatyabhavepi atmadi sarvam visvaranam sada. When Uddhava appears, then, just as when a person faints, then they lose awareness of everything around them. But when Uddhava comes, even without fainting, Brajgopis forget everything. То есть, когда... So that is called Mohatyabhavepi atmadi. They even forget Atma themselves. Когда человек падает в обморок, мы теряем восприятие всего, как все не существует для нас, мы не знаем, кто мы. Но в гопи это происходит естественно в состоянии Руддабавы, просто их такое забвение накрывает, они не помнят, не знают, кто они. See, Krishna said, Tannavidan maya nusanga bhadha dhyamaswatmarma dastatidam yatasamado muniyabditaye Nadya Pravista Iva Nama Rupe. Krishna was thinking, oh Uddhava, these Braj Gopis have such attachment to me that they forget about everything in this life and future lives. Krishna делился с Удавой своими сердечными переживаниями и сказал, эти гопи, они настолько потрясающие, они настолько любят меня и жертвуют всем ради меня, они не думают ни о прошлом, ни о будущем своем. They are just like Munis, rishis. Они подобны муни, мудрецам. Who, they go into samadhi. Они погружаются в самадхи. And then only sarvam kalvidam brahma. И только, only brahma is there. И только брахма там для них существует. But gopis they go into samadhi on me. Но гопи погружаются в самадхи на меня. Just as the rishi forgot his own name or where he is or where he's from, his gotra, everything, and he's just absorbing brahman. Gopis forget everything and Ratinta Vishayam, only Krishna and love for Krishna is there. Мудрец, погрузившись в самадхи, транс, достигнув транса, он уже не помнит, кем он был в жизни, и ничего связанного с его телом и умом. И гопи подобным образом забывают обо всем, только думают обо мне. So Vadyasta Vastravaranaha. Gopis quickly putting ornaments in the wrong places. И гопи одели все эти украшения не на те места. This is one anubhav called the Vibram Alankar, one of the Anubhav Alankars. Это Anubhav Alankara. The ornaments in the wrong places. Называется Vibram Alankara. The meaning is this, that, you know, it's not very popular to say these days, but boys and girls are different. Это сейчас стало непопулярной идеей, но все-таки девочки отличаются от мальчиков. If two girls meet, some sakis, friends. Если две девочки встречаются или девушки, then what do they do? Чем они начнут заниматься? Oh, I like your earrings. О, какие у тебя красивые сережки. Oh, your t-shirt is very nice. Where did you get them? А у тебя такая блузка красивая, где ты купила? And they give each other their clothes and ornaments. И они начинают меняться одеждой, там, на, возьми, yeah, поноси мое, я возьму, поношу твое. Is that true? Это правда? Maybe the boys don't know because we would never. Мужчины не кивают головой, потому что они даже такого придумать себе не могут. Чтобы таким бы не занимались. Вишвамбар will never go too. Вишвамбар не пойдет. To Vital. К Виталу. I like your shirt. Oh yeah. Как мне понравится футболка. Ну, бери. Can I wear your shoes to the program? Можно твои туфли одену на программу? It will never happen. Такого никогда не произойдет. But if they're girls, girlfriends, they do this all the time. А девушки, да, легко. Is this tattva or not? Это правда или нет? See? So, every part of the body of Shrimati Radhika is one sakhi.
И каждая часть тела, радики, это саки для нее. Her neck is one saki, kanta saki. Шея это саки. And her waist is kaki saki. Талия. Kati and kanta. Канта и Кати, это тоже талия, тоже саки. So kanta saki said to the kati saki. И талия сказала. Oh, you're wearing such a nice ornament. И как шея сказала талии, какие у тебя красивые украшения. So then the waist gave the waist belts around the neck. Талия тогда говорит, давай поменяемся на мою цепочку. And the neck gave the necklace around the waist. А шея дала жерелье, говорит, на, талия, бери, поноси мое. The karna saki, that means ear saki, was looking at her saki, the wrist. Ухо смотрело на запястье. You have a very nice ornament. Саки, ухо сказал, какие у тебя красивые браслеты. So that gopi put the bracelet on her ear. Тогда гопи взяла браслет, одела на ухо. And the hoop earring on the wrist. А вот эти сережки, это такие формы, как... Like, hoop. Why? Because that... Кольца. That means... На запястье. That means that every one of the limbs of... Radhika, each and every limb is eager to meet with Krishna. То есть каждая часть тела Радхики, все конечности, все, они хотят встретиться с Кришной поскорей. So they all ran quickly. И поэтому вместе все бегут туда. They are so fortunate. Как они удачливы. But when they arrived there, what did Sri Krishna say? Но когда они прибежали туда, как поприветствовал их Шри Кришна? Свагатам бо махабага прям ким карвами ва праджасанамам качит брута гаманакарам раджани джаджанишу гаурупа гаурасапванивешита пратията парджам нейхастеям стриви сумадьяма. Welcome to the forest of Vrindavan. Кришна сказал, добро пожаловать в лес Вриндавана. Why did you come here? Is there a problem in your house? Что-то случилось у вас дома? Почему вы сюда пришли? You can tell me. Don't be shy. Не стесняйтесь, рассказывайте, что стряслось. The forest is very dark and dangerous creatures are lurking around. Лес это темное, опасное место, столько хищников тут скрывается. And I am a brahmachari. А я брахмачари. Should not be alone in the forest at night with any very slender waisted sumadhyama, very slender waisted young ladies. Неуместно мне проводить время ночью в лесу с такими девушками с тонкими талиями. So you should return to Braj. Поэтому вам лучше вернуться сейчас в деревню. Because if someone wants to be happy in this life and in the future life, they should follow dharma. Потому что тот, кто ищет счастье в этой и будущих жизнях, он должен следовать дхарме. So for you, there is no higher dharma than service to your husband. So you go back and serve your husband without any duplicity. Для вас нет более высшей дхармы, чем служение вашим мужьям, поэтому возвращайтесь поскорее по домам и без всякого лицемерия служите им верно. Gopis will cry. Гопи расплакались тут же. Krishna said, My dear gopis, pranavallabhas. Krishna сказал, дорогие гопи. You know that once there was a young lady. Вы знаете историю про одну девушку? And her husband came back from working. И однажды ее муж вернулся с работы поздно. And she served him food. Она накормила его. And she was fanning him. Омахивала его веером, пока он кушал. And then after food she gave him massage. После того, как он поужинал, она массировала ему ноги. And then he rested in her lap. Он прилег прямо, положил голову ей на колени и заснул. And her husband was sleeping and she was caressing him. И пока он спал, она гладила его по голове. He was so tired after hard day's work. Он был уставшим после долгого дня рабочего. So as she was just caressing her husband and he was sleeping, she saw that her baby, they had a small baby, was crawling across the room towards the fire. И в этот момент, пока так муж отдыхал, спал у нее на коленях, она его гладила, она увидела, что их ребенок, младенец, ползет уже в сторону огня. And the baby was getting closer and closer to the fire. И она в ужасе смотрела, как ребенок все ближе и ближе приближается, подползает к огню. She thought, what should I do? Но она не знала, что делать, не решалась тревожить мужа. If I will get up, then it will disturb the rest of my husband. Подумала, сейчас, если я вскочу, побегу за ребенком, я потревожу мужа.
So she didn't get up. И она не стала вставать. And the child crawled and then fell in the fire. А ребенок заполз в огонь в это время. So then, that young lady, tears came in her eyes. Она расплакалась. And the man, he woke up. И муж почувствовал, что слезы капают на него, проснулся. He said, what's wrong? И спросила, что ж ты плачешь? She said, oh, our baby has fallen in the fire. Я плачу, потому что ребенок наш свалился в огонь. Husband said, why did you stop the baby from falling in the fire? Как свалился? Что ж ты не остановила его? Because I was serving you and I can never give up your service. Почему? Потому что я служила тебе, я не могла оставить служение. So then the two of them, they went, got up and they ran to the fire. И уже вместе они вскочили и побежали к огню. And they looked and they saw that the baby was smiling. And the child was protected by Agni Dev, the fire god. Потому что Бог огня спас ребеночка. So Krishna said to the gopis, why? Кришна спросил гопи, вот вы знаете, почему ребеночка спас Агни Дев? Because she's pati brata, has complete chastity. And is always serving her husband. Потому что вот эта верность ее мужу спасла ребенка. Бог уберег его, потому что вот это ее безупречная чистота и целомудрие восторжествовали так. So in this way, Krishna told gopis, you have to go. И вот Кришна привел этот яркий пример, объяснил гопи, что возвращайтесь домой к мужьям. Братья гопи, Yat patyo patyo suridam manobriti ranga strinam sudharama iti dama vidato yuktam astvaiva meita dupadesha padetva ishe presto bhavanstanu britam kilabandha atma pranegit. Yat patyo patyo suridam manobriti ranga. O Krishna, you have explained to us that the best dharma for a chaste lady is to serve her husband and family members. Гопи ответили Кришне словами пранаягиды и сказали: Кришна, ты донес до нас, ты пояснил нам, что высшая дхарма для женщины – это заботиться о муж, быть верной мужу и заботиться о семье. Стринам свадхама эти дхарма вида тоюкта. You are, Krishna, you are dharma vida, the knower of dharma. Ты светоч знаний, Кришна. So you are instructing us like a guru. Ты даешь нам наставление как наш духовник, как наш гуру. So Shastra says, Patamantu Gurum Pujam, Tatastaiva Mamartana, one should serve guru first. Но Шастра говорит, что первым надо служить гуру. Gopi said, Krishna said, I am not your guru. Кришна сказал, я не ваш гуру. You should serve your husband. Мужьям служите. Gopi said, you have told us a very good history in this regard. Gopi said, ты нам интересную историю рассказал. Now listen, we want to tell you also another history. Давай мы тебе сейчас одну историю расскажем. Krishna was very eager to hear. Krishna говорит, ну рассказывайте. Gopi said, oh Krishna, once there was a young bride. Кришна, это история про одну невесту. And she was fully dedicated to serving her husband. Вот эта девушка, она была влюблена в мужа, всегда служила ему. But one day the news came that he had to work very far away and leave for some months. Стало ясно, что ему придется отправиться в долгую командировку на заработки в какое-то дальнее место и отсутствовать много месяцев. So his wife said, oh, my dear Swami, I cannot live without you. И девушка, жена сказала ему, мой дорогой господин, я жить без тебя не могу. So husband said, I have an idea. Муж ей сказал, у меня есть идея. And he made a bigra, a deity of himself, and gave this bigra to his wife. He said, here, this is me. You can, while I am gone, you can feed me, you can bathe me, you can dress me, you can use a fan, chamar, and fan me everything while I am gone, and in this way, I will never leave you. Муж сказал, дорогая, мы не будем расставаться. Вот я сделаю сейчас статую у меня, и эта статуя, это буду я с тобой. И вот ты корми его, омахивай, служи, укладывай спать, и мы будем неразлучными в этом. So then the husband went away on his business. И отправился на заработки. So after a month or so,
Then one day she was there and she was fanning. Где-то через месяц она стояла там, кормила эту статую, божество своего мужа, и омахивала его веером. And just then, the husband arrived. В этот момент открылась дверь, и на пороге появился муж. Then Gopi said to Krishna, "So Krishna, now what should she do?" И Гопи спрашивает Кришну, а что теперь ей делать в этот момент? Krishna said, "Well, she should stop serving the vigra and serve the husband." Кришна сказал, ну что, чтобы забросить это, прекратить махать веером перед этой статуей и пойти поприветствовать мужа? Брат Гопи said, "Why?" А Гопи сказал, почему? Because the actual husband has returned now. This was only one pratinidhi representative. Ну потому что настоящий муж вернулся, это просто было какой-то суррогат, замена на время. So Gopi said, Astvaita Neva Dupadesha Padeita Ishe Presto Bhavans Tanubhitam Kilabando Atma. Yes, Krishna, you know that when a wife is serving the husband, she's not serving his body. И Гопи говорит, да, Кришна, когда жена служит мужу, ты же знаешь, что она не служит его телу. We know that because when he dies, then what happens? Then you set fire to the mouth and burn the body. Мы знаем, что она не телу служит, потому что как только муж умирает, она сама его поджигает, это тело, его труп. When Atma and Paramatma have left, then the body is set on fire. Никто уже никому тело не интересно, как только душа и сверхдуша ушли из тела, все. So this service is actually not to the body, but to Paramatma. Значит, следует сделать вывод, что когда она служит мужу, она служит не телу, а сверхдуше в этом теле. You see, in Vedic Dharma, the parents arrange the marriage, and the boy and the girl are married, and they live together, and they don't divorce. То есть в ведической культуре не было никогда разводов, потому что родители всегда соглашали будущие помолвки. Свадьбы, они договаривались, выбирали жениха для девушки, она выходила замуж и всю жизнь с ним жила. Someone say, this is a crazy system. Кто-то может возмущаться, говорит, какой ужас, что это за устаревшая система. I would not let my mother and father choose what shirt I will wear, what to speak about, who I'll marry. Я родителям даже не доверю выбрать мне кофту, которую я одену, а что уже говорить о муже? How will they be able to select the perfect person for me? Как они могут идеального суженого мне найти? Ача? So have you selected the perfect person? Так вы сами выбрали себе идеального суженого? I never saw anyone who said yes, yes, I found selected the perfect person. Я редко встречаю тех, кто говорит, да, я успешно выбрал себе идеального суженого. So in dharma is this marriage is a yagya sacrifice. То есть надо понимать, что само вот этот акт супружества это жертвоприношение, это дармическая ягья. Ягья таткаманон ятра локо ям карма бандана. The purpose of sacrifice is to serve Vishnu. So the service of the wife to her husband is the service of Paramatma, Vishnu. Ягья. Actually, ягья. So he's perfect. You can do your dharma perfectly, even if your husband is not Superman. То есть цель яги это служить Вишну. То есть так как замужество, супружество это ягья, то жена служит не просто не мужу самому, а как ему как Вишну внутри, Богу, который живет в этом муже. И даже если муж не Супермен, все равно служаем, потому что Вишну всегда идеален, то жена может всегда идеально исполнять свой дармический долг, потому что она служит Богу. So Brat Gopi is said that when the wife has a dharma, that means really, according to Vedanta, it is not service to the body and mind of the husband, it is service to the Paramatma in the heart. То есть, когда жена, that's the essence of dharma. В ведической культуре, что исполнение женской дармы, что это верность и вот это служение, это не направлено на тело и ум мужа, а именно на Параматму, на сверхдушу, которая живет в нем. So, Brata Gopi said to Krishna, so we have heard from Purnamasi Devi that Gagacharya said, Tasmannandatmajoyante Narayana Samogune. Oh, Gagacharya said to Nandamaraj, your son, he will have all the qualities, he will have qualities just like Narayana. И гопи сказали Кришне, мы слышали от Пурнамаси, что Гаргачарья, великий астролог, он предрек твоему отцу, что у тебя будут все качества Господа Нараяны. So you are like Narayana. Ты подобен Нараяне. Prastobhavan Tanubhritam
Kila bandhu atma, you are the paramatma in the heart of everyone. Ты сверхдуша в сердце каждого. You are the most dear to everyone. Ты самый дорогой для всех. So you are telling us to go and serve our husbands. Ты сейчас наставляешь нас идти служить нашим мужьям. But that husband is a pratinidhi, only representative. Но тот Paramatma, now Paramatma himself has come right in front of us. And you told us, if the pratinidhi is here and the actual husband comes, you should give up that one and serve this one. So we are just following your instructions. Но муж лишь всего лишь представитель параматмы. А сейчас ты в этой истории сам нам сказал, что когда вернулся настоящий муж, не надо уже дальше служить представителю, надо служить, обратить внимание на настоящего мужа, поэтому мы хотим остаться тут и служить тебе. So Braj Gopis are the supreme example of Dharma. И гопи являются идеалом дхармы. Эйта парам танубрито бхуви гопа мадхво говинда эйва никилатмани рудра бхава ванчанти яд мунайо ваянча ким брахма джанма вианта катхара сасья. Удавджи, he said, of all the living beings in the whole world, those are only successful who have taken birth on earth in female bodies as young married gopis. Удава, прославляя Враджагопи, сказал, из всех живых существ лишь удачливы те, кто родились в женских телах, в телах гопи, в женских телах. Oh, they have rudra bhav for the atma of all existence. Потому что они испытывают рудха бхаву к источнику всего бытия, к Шри Кришне. Who is playing as Govinda Eva Nikalatmana Rudra Bhava? Who is playing as Govinda, a coward boy in Vrindavan? Который играет как обычный пастушок Говинда во Вриндаване. Панчанти яд бхавабио мунайо ваямча. Those persons who are afraid of material existence, they are mumukshu, they want to get liberation, they want to have a love like a Braj Gopis, but they cannot have it. И те, кто боятся материального существования, мумукшу, те, кто хотят получить освобождение, они жаждут обрести такую любовь, которая присуща этим гопи, но это невозможно для них. Бантанти яд бхавабьо мунео. Мунео means they are not aspiring to get liberation. They are siddha. Atmaramastamuniyo nirgranta apyurukrame kuravant hoita kim bhaktim itam bhutaganohi. So the munis are siddhas, they are liberated. И также муни уже освобожденные личности полностью. And bayamcha, Uddhav said, and we also. That means not liberated souls. Only liberated, but nitya siddha parikars. И также он говорит, ваямча, мы, такие как я, он говорит, уже освобожденные, не просто освобожденные личности, а вечные спутники Господа. What is myself and Vyasadev and Shukadev Goswami and Narad Muni. We also want this love, but we don't have it. И Удава говорит, мы, то есть по себе, он говорит о Нараде, Вьясадеве Госвами, Шукадеве Госвами, он говорит, мы тоже жаждем иметь такую любовь, но у нас ее нет. Ким брахма джанма би ананта катара сасья. Or what is the use of having a high birth as a Brahmin or even Lord Brahma if one doesn't have taste for hearing the glories of Braja Gopikas? И какой толк рождаться как высококастовый брахман или даже сам Господь Брахма, если у человека нет вкуса к повествованием о этих Браджагопи. Кои мастриава на царивьябачару душтаха Кришне кварчайсу параматмани рудра бхава нанвешруону бадутови душопи сакшат срейастанота гадараджа и вопа юкта. О, where are these Браджагопис and where am I? Далее Удав продолжил, где эти гопи, как высоко они находятся и где я? I am on the bottom of the mountain and they are on the top of Mount Everest. I cannot even see them. Their love is so great. Они на пике горы Эверест, а я тут у подножия. Они так далеко от меня, так высоко, что мне даже не видно их. Кои мастрия, they are women. Они женщины. So, but I have a male form. Я мужчина. But they are so much higher. Но они превосходят меня. Баначари, they are homeless, living in the forest. Баначари, они бездомные, бродяжки. Бьябачара душтаха, and they are, it appears that they have been polluted by irreligious behavior, leaving all dharma.
И кажется внешне, что они осквернены неправедным поведением, нецеломудренным. But here, vyavachara dushtaha means polluted by adharma. Dushtaha, dushtaha. This is masculine plural. Но тут vyavachara dushtaha, слово dushtaha, осквернены порядочным поведением, тут это используется существительное мужского рода. And it's an adjective to vayam from the previous verse. Вернее, это прилагательное. Vayam vyavachari dushtaha. Это прилагательное, оскверненное мужского рода. И относится к предыдущей ваямча, что... The gopis have not deviated from dharma. Oh, me, Uddhav, Narad, Vyas, but they have all deviated. Only gopis are really following dharma. Что Уддав сокрушается, что это не гопи отступили от дармы, это мы. Я, Нарада, Вьясадев, это мы отступили от дармы. Why? Атхабун биду ясраиста ванасрама вибагаша свануститасья дармасья Samsiddhiraitoshanam. It is concluded by all the great sages that the purpose of all the dharmas, all the duties of varna and ashram, ultimately the goal of it is Samsiddhiraitoshanam, to please Hari. Потому что все мудрецы и веды провозглашают, что суть всех вот, правил предписания следования всем дармам, праведности, чтобы научиться, чтобы смочь угодить Хари, Господу, to satisfy Krishna, чтобы порадовать, чтобы все, что, чтобы послужить, услужить Кришне. We cannot satisfy Krishna. Но Удава сокрушается, понимает, говорит, мы не можем удовлетворить Кришну. Because Krishna is not satisfied without Брадикупи. Просто Кришна не может быть счастлив без своего Брадикупи. We cannot do it. Что гопи могут служить всем своим телом Кришне, а нам это недоступно. So the supreme dharma is to serve Krishna, following in the footsteps of Brajagopikas, and one should leave aside all other dharmas for the sake of attaining that supreme dharma. Поэтому высшая дарма, высшая праведность — это служить Кришне, следуя примеру Брадикупика, и ради вот этой высшей према дармы нужно пожертвовать всем остальным. One thing I forgot to tell. You know that in Srimad Bhagavatam, the conclusion is given in Mahabharata also that Arjuna is a brahmachari. Я забыл рассказать кое-что, потому что в Шримад Бхагаватам говорится, что Арджуна — это брахмачари. Why? How do we know? Откуда? Because when he was chasing after Ashwatthama. Мы знаем, что он брахмачари, потому что когда он гнался за Ашватамой, Ashwatthama released Brahmastra weapon. Ашватама выпустил оружие Брахмастру. Then Arjuna, the only way to stop it was he released his own Brahmastra weapon and they mixed together, and then by mantra he withdrew both of them together. Единственный способ был остановить Брахмастру — это Арджуна выпустил свою Брахмастру против Ашватамовой, та Брахмастра схватила Брахмастру Ашватамы, связала и потянула за собой. So Shastra said, only a person who in their life they are completely truthful, virtuous and brahmachari for their whole life can withdraw the Brahmastra weapon. Otherwise, if a person does not have those qualities, it will come and cut his head off. А Шастра утверждает, что лишь только кто безупречно чист, целомудрен и всю жизнь ведет себя как брахмачари, может отозвать Брахмастру. В ином случае Брахмастра просто разрушит его, ну, отобьет ему голову. So in the first canto of Srimad Bhagavatam, the history is how Arjuna withdrew that Brahmastra weapon. And that is the Praman. Но первая песня Шримад Бхагаватам описывает вот эту ситуацию, когда Арджуна отзывает Брахмастру Ашватамы. И это доказательство того, что он воистину брахмачари. Anyway, he's
that is from the worldly perspective of Dharma and from the transcendental perspective, he can never do any fault because he is the Парикара of Krishna. Но с мирского ракурса дармы праведности, но с высшего ракурса трансцендентной духовности он всегда безупречен, потому что он ближайший друг Кришны, он не может что-то не так сделать. So, Swami gave the conclusion, на дармам, на дармам, шути ганали руктам, килакру, брачей, рада, кришна, парчура, парачарьям, ятану, сачасунам, нанди, сарвати, сутатвой, гуру, парам, укунда, прастатвой, смана, парам, тасрам, нанавана. Oh my dear mind, don't worry about what is dharma and adharma. Be absorbed fully in a paricharya seva, bathing, dressing, massaging, decorating, offering food, singing, in seva to Radha Krishna. Шрила Рагунат Дас Госвами дает наилучший совет. Он говорит, мой дорогой ум, не надо, не беспокойся, не задумывайся о том, что такое дхарма, что такое дхарма. Просто сфокусируйся на паричарья севе, божественной чте, на близком служении, на массажах, омовении, подношении еды, заботе о них. So first start serving according to vidhi given by our acharyas. But our acharyas have given such a vidhi. It is all anukul, favorable for entering Raganuga Bhakti. Конечно же, это уровень паричарьи севы Рагануга Бхакти, но каждый из нас может, следуя видхи, правилам, предписаниям, совершать арчану божествам, и наша вайди бхакти выстроена ачарьями, подстроена, отшлифована таким образом, что она очень быстро и легко приведет нас на стезю Рагануга Бхакти. Гора Премананде! Аллилуйя!